Всем привет! Сегодня у нас распаковка посылки с магазина Мыло Опт. Вот посылочка. Сверху у нас лежала накладная. С самого начала у нас идет мыльная основа полкилограмма. Вот она. Дальше идет краситель. Пищевой фиолетовый. Это, наверное, здесь в пакетике. Да, вот он. Краситель. Пипетки. 3 штуки пастера. Вот они, 3 штучки. Ароматизатор. Клубничный чизкейк. Такой. Форма пластиковая, кофейная любовь. Такая вот. Форма пластиковая, петунья. Форма пластиковая, сова. Форма пластиковая, кофе экспрессо. Такая красивая формочка. Палочка стеклянная, 19 сантиметров. В таком пакетике. Хорошо упакованная. И краситель алый. Такой красивый цвет. И отдушка кофе. Латте. Вот и весь мой заказ. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!